Кто такая Елена Блиновская, думаю, все уже знают, но для тех, кто в танке, эта женщина проводит марафон желаний, где за деньги обещает исполнить мечты любого. И чем дороже тариф ты купишь, тем вероятнее всего ваши желания исполнятся. Максимально популярной она стала после празднования своего дня рождения, куда пригласила таких медийных личностей, как Собчак, Киркоров, Бородина. После праздника она публиковала смету проведенного мероприятия в сторис, что создало фурор в репостах. Ну и вишенкой на торте стало интервью с Ксенией Собчак, ссылку оставлю в описании. Это было самое фееричное интервью в моей жизни, которое я смотрела, и думаю, в жизни Ксении тоже. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и в этом видео мы не будем перемывать косточки Елене Блиновской, обсуждать ее деятельность, надеюсь, пронесет, а попробуем обсудить ее стиль в одежде, который она предпочитает. Я уже делала подобные обзоры о Коко Шанель и Елизавете II, но там было все гораздо проще, ибо их стиль максимально очевиден. Коко и Елизавета были конкретными личностями с конкретными жизненными установками и четким понятием, кто они и какова их роль в этом мире. Тут же с Еленой все достаточно зыбко, размыто, так сказать. С одной стороны, она занимается инфобизнесом, опустим сейчас подозрительные эпитеты на этот счет. А с другой стороны, Елена пытается демонстрировать свое материальное положение через брендовые одежды, аксессуары, тачки, путешествия и медийный статус через дружбу и общение со звездами российского шоу-бизнеса. Она часто устраивает масштабные мероприятия, ходит на премии, участвует в съемках и не часто, но периодически выкладывает свои фотографии из личной жизни. К чему это я все веду? К тому, что мы так и не знаем, из чего складывается досуг Елены Блиновской, какие ее жизненные убеждения. Вот если откинуть всю эту театральность на тему, что она там пуп земли, земля, или кто она там, в общем, посылает энергию космоса, бегает по радуге и дружит с единорогами. Сложно выявить стиль сегодняшней нашей героини, потому что на всех мероприятиях, съемках, вот этих премьерах ей подбирают самые разные образы, и чтобы хотя бы хоть как-то в этом разобраться, я полазила по ее инстаграму. Кстати, стоит отдать должное ее стилистам, которые подбирают ей наряды к выходам, потому что я не помню ни одного лука в СМИ, который был бы отвратительным, наоборот, это всегда изящные, замысловатые фасоны в одежде, аксессуарах. Будем откровенны, Елена далеко не красотка, но она всегда выглядит очень женственно и ухоженно. Почти всегда. Итак, Инстаграм. Не могу пройти мимо свадебного контента. У Елены и ее мужа Алексея 4 детей, 3 сыновей и 1 дочь, и в этом году они снова поженились. Елена имеет особую страсть выходить замуж. На этот раз гуляли в Саратове. Праздник был приурочен к 13-летней годовщине свадьбы. Если была бы работа выходить замуж, я бы точно быстро нашла себя. Недаром когда-то у меня было свадебное агентство. К счастью, муж идет на уступки и готов периодически повторять. Иначе прям не знаю, что бы я делала. Признается Елена. В отличие от первой и второй свадеб, на третью не стали приглашать всю родню, обошлись только друзьями, с которыми часто общаются. Это не значит, что мы меньше любим нашу семью или более широкий круг друзей. Крутых друзей у нас намного больше, чем на фото, пишет Блиновская в своем блоге. И тут я хочу вставить свои 5 копеек. Я не хотела обсуждать ничего в этом видео, кроме нарядов, но простите, у нее что, проблемы с головой? В этот раз мы пригласили только близких друзей, да потому что перед родней стыдно. Вот ладно, я не знаю, конкретно ничего про первую и вторую свадьбу, но можно предположить, что первая свадьба это была реальная, там, например, роспись, а вторая это венчание, а третья что, просто так? У меня в прошлом году тоже была свадьба, мне кажется, она прошла обалденно, нестандартно, как это принято, ссылку на видео с моей свадьбы оставлю в описании, если хотите, посмотрите. Мы с мужем хотели создать стиль французской аристократии, ну, конечно, как того позволяют белорусские реалии. Так вот, конечно, хотелось бы еще раз заново прожить этот день, но я не представляю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто так играть свадьбу каждый раз. Ладно, давайте обсудим образы жениха и невесты. Елена выбрала белое платье с глубоким декольте, которое она дополнила воздушной полупрозрачной накидкой с капюшоном. Платье простое, без этих стразных поползновений, оттого и смотрится круто, а вот накидку я немножечко не поняла, знаете, как будто бы она сбежала в лес к 7 гномам, фея леса, так сказать, хотя идея прикольная.
и, возможно, нужно было выбрать другой фасон накидки. Но что более отвратительно, это просто посмотрите на костюм жениха. Я понимаю, что это не первая свадьба, и я предполагаю, что костюм купили не в H&M, но выглядит так, что именно там. Мероприятие только началось, а костюм уже помятый. А вы скажете, а вдруг это 100% натуральный состав ткани? Может, но фишка-то состоит в том, чтобы подобрать качественный материал к таким нарядам, чтобы и натурально было, и чтобы презентабельный вид сохранялся дольше. Вечером Елена сменила наряд и появилась в платье с большим разрезом и цветочными оборками на рукавах. Платье тоже супер, это большое количество пуговок додает такой романтичности образу. И тут снова подкачал жених. Он тут вообще в футболке и шортах. Ай, театр одного актера. Акцент сделан только на невесте, чтобы все точки над «и» расставить и показать, что праздник для нее, что нужен только ей. А какие образы Елены Блиновской чаще всего встречаются в ее инстаграме? Элегантный романтичный стиль. В этих образах у Елены обычно подчеркнута фигура и акцент на декольте, в дополнение романтичные прически. В таких образах хорошо виден силуэт, и надо отдать должное ее фигуре, имея столько детей. Бизнес-леди. Тут очевидно, что будут пиджаки и сдержанные прически, все это так. Но если пиджак, то с какой-то изюминкой, если брюки, то подчеркивающие фигуру. В общем, не банальный деловой стиль. Что-то на домашнем. И тут наша Елена прекрасная либо в свитерах, либо в худи. Причем, если она в свитере, то у нее еще присутствует укладка. Но когда она надевает худи, берегись. Блиновская без прически и без макияжа вообще. Иногда вылазит вот такой вот голем. Очки 100% закрывают синяки под глазами, а капюшон полностью прячет беду на голове. Да, она тоже простой человек, скажете вы, и будете правы. Но она медийная личность. И все эти фотографии я взяла из ее инстаграма. Просто некоторые фотографии я бы не только не публиковала, а вообще даже и не делала. Чем проще мероприятие, чем меньше косметики, тем больше логомании в ее образах, чтобы компенсировать, чтобы сказать, ну, что я так выгляжу, зато у меня много денег. Наверное, так. Уютный стиль. После предыдущей подборки все же стоит отметить и более приятные взгляду домашние образы Елены. Это когда в ее луке присутствует свитер, но в целом образ гармоничный и более выходной, скажем так. Или она в платье, или юбке, но тут стиль вызывает больше тепло после просмотра, а не отвращение. Такие выходы более, скажем так, в люди, поэтому тут Елена уже больше заморачивается, хотя эти одежды и относятся к casual стилю. Цветы-цветы. Хочу обратить ваше внимание на то, что у Блиновской в инстаграм нету акцента на цветы, точнее на цветочные букеты, как, например, у той же Бузовой, которая постоянно публикует фото и видео с огромными такими букетами, которые весят тонну. Цветы в жизни Блиновской тоже присутствуют, но она не акцентирует наше внимание на них. Но часто в ее более-менее casual образах встречается принт в виде цветов. Цветочное платье, юбки. Пролистывая ее страницу в первый раз, готовясь к этому видео, у меня даже сложилось впечатление, что ее повседневные наряды только с таким вот принтом, хотя позже поняла, что есть и другие. Эпатаж. Ну, тут я собрала все самые яркие ее образы. Они чаще придуманы для ее мероприятий, и каждый из них олицетворяет концепцию этого мероприятия, как я понимаю. Делают визуальный акцент на то, о чем будет идти речь. Ну что ж, я считаю Елену спорной личностью, ее бизнес сомнительным, и она далеко не красотка, повторюсь, однако в контексте стиля Елена Блиновская она практически всегда выглядит с иголочки. Это не заслуга брендов или больших денег, хотя деньги здесь играют немаловажную роль. Суть в том, что Блиновская инвестирует в себя правильно. Некрасивая? Пойду в салон и сделаю уход за лицом или приведу волосы в порядок. Нет вкуса? Не беда, найму отличного стилиста. Исходя из этого видео, я все равно не могу точно сказать, какой конкретный стиль присущ ей, потому что она всегда везде разная, абсолютно, но то, что ей правильно подбирают наряды стилисты, это факт. Еще могу сказать, что на фоне всех ее вот этих фотографий складывается впечатление, что эта женщина праздник. Не потому, что от нее все тащатся, когда она рядом, а потому, что любое ее мероприятие — это костюмированное тематическое событие. Ее фотосессии с беременностью нетипичные, типа запомнить, какой я была, какой женщина, они также все в привычном ей формате, в формате пародии на какие-то сказки. Встречают по одежке, как говорят, и ее одежда говорит нам о том, что она будто бы живет в своей сказке и верит в нее. Ну, а как иначе может выглядеть она? Фея, исполняющая желание. А что вы думаете о Елене Блиновской? Как вам ее стиль? Давайте пообщаемся в комментариях. И о ком сделать следующий обзор, может быть, о Бузовой, про которую я вскользь упоминала в этом видео. В общем, буду рада вашей помощи. И на этой прекрасной ноте я завершаю свой обзор. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Всем хорошего настроения и пока-пока!